Всем огромный привет! И в этом видео хочу вам показать свои покупочки бытовой химии, которые я сделала в январе. Покупочек у меня очень мало, все покупала только нужное. И в основном все они были куплены в одном магазине в один прекрасный день. Друзья, ну скидка 40% в магазине «Улыбка радуги» на чистящие и моющие средства сделала свое дело. Итак, начнем. Приобрела я вот такой вот жироудалитель. Это компания Клогер. Подходит для плит, грилей, духовых шкафов и свече-печей. Эффективен на холодных поверхностях. Удаляет застарелые загрязнения, удаляет нагар. Объем 500 мл. Кому интересно, почитайте, что здесь пишет производитель. Друзья, супруг им уже воспользовался. Просто за считанные секунды всю грязь с вытяжки он убрал. Это что-то удивительное. Мужу очень понравился этот продукт. Конечно же, я вам его советую. В «Улыбке радуги» он есть всегда. Дальше. Приобрела я свой любимый Чистин. Санитарно-гигиеническое средство содержит активный хлор. Для меня это важно. Такими продуктами я чищу и ванную комнату, и туалетную комнату. Запах хлора меня только радует. Для меня это запах чистоты. Следующее средство тоже с запахом хлора. Это у нас чистящий порошок Комет с лимоном, универсальный. Таким продуктом я очень люблю чистить саму ванну, именно купель. Очень люблю, не знаю, вот для меня это что-то такое прям супер-супер очищающее. Очень люблю, друзья, еще раз повторяюсь. Тем более цена была бюджетная, поэтому и приобрела. Плюс ко всему у меня всегда в доме должен быть чистящий порошок. Для меня это прям пунктик. Следующий продукт. Вот такой вот гель для унитаза с подвеской от компании Клогер. Приятный аромат лимона. Кстати, точно такой же гель я приобрела от компании Бреф. Но сейчас он стоит в использовании. Ну, естественно, по понятным причинам я его приносить не буду. Подробно о нем расскажу в пустых баночках. Далее, чтобы далеко не уходить от туалетной комнаты, приобрела я повторно уже вот такие подвески для унитаза. Это Бреф, чистота плюс свежесть, с ароматом цветочной свежести и, самое главное, синей водичкой. Очень понравились мне эти подвески, конечно же, приобрела повторно. Далее, ради профилактики, приобрели вот такое средство, которое называется XPEL, устранение засоров от волос, без хлора, без запаха. Здесь два пакетика, он идет на два применения. Ну, просто чисто из-за профилактики. И также с этой целью приобрели вот такую малышку. Это также Клогер, сверхмощное средство для прочистки засоров и устранения неприятных запахов в трубах ванн и раковин. 70 грамм объем. Честно, мне не очень понравилось это средство, но какое-то никакое. Но муж сказал, давай возьмем. Ну ладно, давай возьмем. Тем более цена была очень бюджетная. Исполнила я свою давнишнюю девочке мечту. Я так хотела попробовать вот такое средство для мытья посуды. Это японское средство, компания Мамори, объемом 750 мл, японская слива. Очень приятный аромат, вот действительно желтой сливы. Как вы можете заметить, он также подходит для мытья детской посуды. Вот была мечта, это не японская, это корейская, простите. Вот. Это была моя мечта, и наконец-то она сбылась. Ну, друзья, еще раз повторяюсь, скидка 40% делает чудеса. Также приобрела вынужденно вот такую алюминиевую фольгу пищевую. 29 сантиметров у нее ширина. Фольга должна быть обязательно в моем доме. И последний – это фасовочные пакетики, 70 штук, 24 на 37 сантиметров. Также фасовочные пакетики должны быть в доме обязательно и маленькие, и вот такие широкие побольше. Друзья, чек у меня остался, за исключением вот этих двух продуктов, на них я цену абсолютно не помню. Давайте я вам зачитаю цены, которые были именно в день, когда была скидочка 40%. Итак, поехали. Чистин универсал, друзья, 33 рубля 60 копеек, просто смешная цена. Дальше, Бреф, цветочная свежесть, 143 рубля. Клогер для плит и печей, 106 рублей 30 копеек. Комет, лимон, 35 рублей 10 копеек. Клогер, малышка, 17 рублей 60 копеек. XPEL, чистящее средство для засоров от волос, 48 рублей 50 копеек. Бреф
гель для унитазов, который я по понятным причинам не принесла, мне обошелся в 144 рубля 90 копеек. Клогер обошелся в 104 рубля 20 копеек. И Мамори, это средство мне обошлось в 122 рубля 80 копеек. Я считаю, что это просто отличная цена за подобный продукт такого шикарного качества. Я знаю, что все его хвалят. Вот такие вот маленькие покупочки у меня были бытовой химии в январе. Я надеюсь, что вам было со мной интересно и полезно. Друзья, ну что ж, заканчиваю я ролик. Спасибо всем огромное за внимание и просмотр. И всем пока-пока.